удалось сохранить. Все остальные грузинские и армянские земли достались Турции. Брест-Литовским договором Ленин отказался от земель, которые Россия на тот момент никак не контролировала. Естественно, закавказские политики, члены Закавказского сейма, не собирались мириться с условиями Брестского мира. Кто такие большевики? И кто такой Ленин, чтобы распоряжаться грузинскими или армянскими землями? Да хоть бы и российскими. Они нелегитимны. Акакий Чанкели. Годы жизни 1874-1959. Один из лидеров меньшевиков в России и Грузии. В 1912 году был избран депутатом Думы 4-го созыва от Батумского, Карского и Сухумского округов. Входил в социал-демократическую фракцию Думы. Чхенкели – один из первых меньшевиков, который выступил с требованием национал-культурной автономии для Грузии. В 1917 году был представителем Временного правительства в Закавказье. Был членом Национального совета и Учредительного собрания Грузии в 1917-1921 годах. Был министром внутренних дел, позже министром иностранных дел. После падения Первой Грузинской Республики эмигрировал из страны. Большевики – узурпаторы. Они устроили переворот в октябре 1917 года. Почему? Потому что боялись проиграть выборы в учредительное собрание. И все равно им это не помогло. Выборы в учредительное собрание они все равно проиграли. Это были самые справедливые выборы за всю историю человечества. В них право голоса было предоставлено всем. И женщинам, и военнослужащим. Эти всенародные выборы выигрывали эсеры и мы, меньшевики. Это мы должны были быть по закону власти в России. Грузия. Ее прошлое и настоящее. Где-то на половине пути из Тбилиси в горе находится один из 5 поселков беженцев. Люди выживают тут и очень хотят вернуться домой. Лица людей в разных уголках страны. Я думаю, что я тоже не первый и последний, который найдет достойного ученика, который продолжит наше дело. Искренность и гостеприимство. Вначале разжигается огонь сильный, он нагревает стенки этого очага. Говорят, что древние воины в Грузии брали с собой именно чурчхелу, потому что она питательна, калорийна и очень долго сохраняется. Древняя история и народное творчество. Это старая таможня, построенная в 13 веке. Ровная земля отдавалась под виноградники или под сады, и дома строились на холмах. Незабываемые пейзажи. Каждый, кто приезжает в этот город, заканчивает свой день обедом в одном из ресторанов, который находится наверху, с видом на Лазанскую долину. Неожиданные ракурсы и калейдоскоп впечатлений. Сталину стали относиться по-другому. Особенно после того, как увидели, как российские офицеры всячески выказывали свое уважение к нему. Это моя Грузия. Грузия с Олегом Памфиловым. Закавказский сейм был создан по распоряжению Временного правительства после февральской революции. К нему перешли полномочия наместника Кавказа.
К началу 18 года его члены стали люди, которые прошли в учредительное собрание в результате выборов. Всего 32 человека. Председателем Сейма был Евгений Гигачкори. Мы, Закавказский Сейм, были легитимными представителями власти. Им и сказали туркам: ваш договор с большевиками не имеет никакой законной силы. В ответ на это османское военное командование потребовало от Закавказского Сейма отделиться от России, чтобы более не нести ответственность за российские международные договоренности и в будущем самостоятельно решать спорные вопросы с соседями. Таким образом, под давлением Турции и Германии 23 апреля 18 года Сейм объявил о своем роспуске. И была провозглашена Закавказская Федеративная Республика. Председателем правительства Закавказской Республики был избран Акаки Чхенкели. Уже в статусе председателя правительства Закавказской Федерации я повторил туркам то, что говорил и ранее. Мы не признаем притязаний Османской империи на земли Батумской и Карских областей. Конечно, мы понимали, что на этом они не остановятся. Нужен был противовес, и мы его искали. Но события развивались слишком стремительно. В этот раз на заявление правительства Закавказской Республики Турция ответила силой и вторглась в Батумскую и Карскую области. Если бы турецкая армия продвинулась бы вглубь страны, но, к счастью, вмешалась Германия и остановила турецкое наступление. Да всю эту игру с самого начала затеяли немцы. С самого момента подписания Брест-Литовского мира. Они уже тогда все просчитали наперед. Это они дергали за ниточки. Естественно, у Германии были свои интересы. Альтруизма в политике не бывает. Но еще раз повторяю, к счастью, в интересы Германии не входило, чтобы турки заходили вглубь территорий. Германия не хотела единовластия Османской империи в Закавказье. Турецкое правительство выдвинуло руководству Закавказской республики два требования. Первое. Провести референдум в тех регионах Закавказья, которые были преимущественно населены мусульманами. Мотивировали свое требование турки тем, что давайте, мол, пусть не военная сила, а само мирное население решит, чье гражданство оно хочет иметь – Закавказской республики или Османской империи. Второе требование турецкой стороны – предоставить ее войскам коридор через грузинскую территорию для военного вторжения в Армению. Предполагая отказ и дабы не затягивать переговоры, Турция объявила 72-часовой ультиматум. И в случае отказа грозилась штурмом Тбилиси. Принять такие условия было невозможно. Это значило своей рукой подписать себе смертный приговор. Во-первых, как Грузия могла согласиться на то, чтобы через ее территорию турецкие войска беспрепятственно проследовали в Армению на экзекуцию армян? Ведь мы все входили в одно федеративное государство. А во-вторых, требование о референдуме ставило под угрозу целостность нашей страны.
Ведь всем известны истинные причины, почему многие жители исконно грузинских земель